Хорошее место. Мне нравится. Я так и знал. В прошлый раз ты сказала, что хочешь настоящее эспрессо. Я стала кофейным снобом, пока жила в Италии. Да? А когда? В старших классах училась в Венеции. Это мечта, ставшая явью. Прости, звучит глупо. Нет, вовсе нет. Я стояла в двух шагах от Красной башни де Кирико. В его картинах есть что-то загадочное, неясное. Да, словно жизнь застыла на мгновение, а Вселенная готова раскрыть все секреты. Да. И увидев эти полотна, я поняла, что хочу стать художником. И стала. Ну, я просто иллюстратор. Я пишу иногда, но главное для меня — это открытие. Каждый день я узнаю что-то новое. Новые тайны ждут за углом. А ты? Ты бывал в Италии? Впервые я увидел итальянский пейзаж через вьюмастер. Стереоскоп с круглыми дисками? Точно. Я смотрел в него часами, представляя, что нахожусь там. А на самом деле бывал там? После колледжа. Да, и там было даже красивее, чем я думал. Значит, стоило ждать? Безусловно.